В Приватбанке усилили безопасность. По словам руководителя Южного управления, клиенты могут быть спокойны за свои сбережения. Финучреждение теперь сотрудничает с Национальной полицией Украины. Ну а я напомню, в октябре текущего года в полицию обратилось около 40 одесситов. Все они стали жертвами мошенничества с банковскими картами Приватбанка. Так, во избежание повторения, советуют не говорить незнакомцам номер карты и код. Если вы все же стали жертвой аферистов, обращайтесь в ближайшее отделение. В течение максимум недели делается заключение службы безопасности, и средства, которые были сняты мошенниками, они возмещаются на счета наших уважаемых клиентов. И дальше уже работает служба безопасности, юристы с поимкой тех нехороших людей, мягко говоря, которые это делают.